Всем огромный-огромный привет! И я к вам с закупкой из магазина Fix Price. В общем, здесь есть игрушки, бытовые покупки, кое-что там похрустеть из вкусняшек. И закупочка вышла на почти 1700 рублей. Вот сейчас я вам покажу чек. В общем, кому интересны цены, останавливайте. Ставьте на паузу, смотрите, чтобы не подписывать каждое. Так, ну и давайте начнем, наверное, с непродуктовых покупок, а потом уже покажу, что из вкусняшек купили. В общем, у нас сейчас в Питере началась жара, поэтому дети попросили купить им водные пистолеты. Вот такие вот нашли там. В общем, купили Лизе и Максу. Надеюсь, будут хорошо работать. Также муж взял вот такой вот наборчик, набор инструментов для точной механики. В общем, там они что-то с Максимом будут чинить, ремонтировать какую-то игрушку или что-то. В общем, им нужны были вот такие вот маленькие отверточки. Здесь вот их много. 6 штук отверточек и плюс вот такая вот еще лупа, увеличительное стекло. Вот, в общем-то, такой наборчик они взяли. Еще из непродуктового у меня здесь пакеты. В последнее время покупаю только вот такие пакеты для мусора. Они классные, 30 литров 25 штук с запахом лимона. Вот. Но, в принципе, у них, знаете, у всех ароматы такие не сильные. В общем, все пакеты хорошие. Поэтому я не смотрю на аромат, просто были только одни. Вот такие желтенькие. Также из непродуктового взяла еще вот такие вот салфетки антибактериальные, 120 штук, хорошие салфетки. Беру постоянно вот такую большую упаковку, в общем, дома пользуюсь активно, и дети у меня пользуются. Хорошие такие салфеточки, могу порекомендовать. Также из непродуктового туалетная бумага, вот такая вот, в этот раз... Не знаю, как эта фирма читается. В общем, взяли трехслойную. Здесь 8 рулонов. Так, и последнее из непродуктового. В общем, последнее, что я взяла из непродуктового, это стиральный порошок. Вот такой вот. Вот эта фирма вообще первый раз увидела именно Fix Price. 3 килограмма здесь. Автоматическая стирка и ручная стирка. И, в общем-то, это средство для стирки универсальное. Для всех типов стирки, для любых видов ткани. Сохраняет цвет и структуру. Скандинавское качество. В общем, я этот порошок видела еще, когда мы в прошлый раз ходили в Fix Price. Все смотрела, думала, там еще был для белого. В этот раз остался только для цветного. В общем, разбирают его хорошо. Поэтому надеюсь, что будет хороший порошочек. В общем, вот здесь 100% вымывание порошка из лотка вашей стиральной машины. Так что, девочки, кто уже пользовался вот этим порошком из Fix Price, то, пожалуйста, мне в комментариях напишите, как вам. Вот. Так, ну и из непродуктового это все. Ну а по продуктам мы там обычно покупаем какие-нибудь вкусняшечки. Вот. В основном это всякие там конфетки, печеньки. В общем, то, что, в принципе, можно купить и в других магазинах, но в Фиксе чуть подешевле, да? В общем, взяли вот такой вот Skittles кисломикс. 140 грамм упаковочка. У меня дети любят всякие вот такие вот конфетки. Особенно дети. Я как-то к Skittles равнодушна. Я больше M&M's люблю. Ну, в общем-то, взяли вот такую вот упаковочку. Ну, и, конечно же, еще взяли M&M's с арахисом. 145 грамм упаковочка. Мы как-то, у нас все в семье любят именно с арахисом. Просто шоколадные вот эти вот M&M's, которые... просто с молочным шоколадом. В общем, они, ну, как там, ну, мы едим их, конечно, но не так охотно, как вот эти. Поэтому вот раз два. Только такие. Еще, смотрите, вот увидели вот такую вот халву. У меня муж увидел, он любитель халвы. Увидел вот такую вот халва кунжутная с фисташками. 200 грамм упаковочка. Ну, и состав здесь, конечно, вообще такой очень даже хороший, поэтому решили взять
попробовать. Я к халве равнодушна, но вот, кстати, какая-нибудь там кунжутная, арахисовая я еще могу поесть, а обычная, которая подсолнечная халва, ну, вообще я ее не люблю. Но эту, в общем, попробую, надеюсь, она будет вкусненькая. Так, еще конфетки. Взяли вот такие вот конфеста с нежным сливочно-кокосовым кремом. Если честно, такие мы еще не пробовали. Я так понимаю, это закос под Рафаэлло, ну что-то вот, что-то в этом роде. Здесь 180 грамм. Еще муж захотел попробовать вот такие вот конфеты. Коко-берри, кокос плюс малина. 200 грамм в упаковочке. В общем, не знаю, как они выглядят. Их вот есть два вида. И здесь уже 200 грамм в упаковке. Так, и последнее, что мы там взяли, это вот такие вот крекеры. Сливочные. Фирма Орион. В общем, здесь 8 пакетиков с крекерами. Мы уже такую упаковочку покупали. Детям они очень понравились. Они действительно очень такие нежные, хрустящие, сливочные. Вот, и поэтому решила в этот раз взять еще коробочку. И что удобно, то что они вот в одиночных упаковочках у меня есть открытые. Сейчас я вам покажу. В общем, вот в этой коробке 8 вот таких вот индивидуальных упаковочек. Здесь, по-моему, то ли 5, то ли 6 крекеров. В общем, это очень удобно даже вот взять с собой, там, дать ребенку с собой в школу. Или просто перекусить. Ну, вот я люблю, когда есть еще и вот такие вот небольшие, знаете, такие индивидуальные упаковочки. Ну, в общем, очень даже неплохие крекеры. Кто любит крекеры сливочные, тот прям вот будет, я думаю, в восторге от них. На состав, честно говоря, я уже не смотрела, потому что это просто вкусно. И иногда можно. Ну, в общем-то, вот такая вот у меня получилась закупка. Как бы цены фикс-прайс, как вы знаете, тоже подросли. Да, и вроде бы сумма такая внушительная, по сути, особо ничего такого прям супер-пупер глобального мы не купили, но все-таки тоже закупка получилась не маленькая. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всем добра, позитива, всего самого-самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч, пока-пока!